веселье под живую музыку. Так в этом году решили организаторы фестиваля моды «Платье города». Коллекции дизайнеров-участников представляют под произведения классической музыки, а также кавер-версии популярных песен. Традиционный выход VIP-персон состоялся под знаменитое «Палладио» Карла Дженкинса в исполнении камерного оркестра «Классика». Ну, эмоции, скажем так, необычные для меня. Это в новинку, потому что я до этого раньше никогда не дефилировал на подиум, в качестве модели не выходил. Я сегодня буду представлять одежду российских дизайнеров. Это Каратамба и Black Star. Ну, ощущения на самом деле необычные. Не хватает галстука, не хватает моего делового стиля. Но прям по одежде я чувствую себя более раскрепощенным. Все-таки одежда очень сильно влияет, оказывается, на поведение человека. Среди участников VIP-дефиле – министр, сенатор, общественный деятель, врач, тренер, спортсмен, бизнес-леди и журналисты. Наряды на выход им создавали модельеры, стилисты и даже театральные костюмеры. Рекордное количество VIP-персон в этом году одевались в Доме моды «Фортуна». Это праздник дизайнеров, которые свои работы выставляют. Нам нравится хулиганить, потому что те люди, которые VIP-персоны, они все равно привыкли в каких-то рамках своих. Но здесь мы всегда обязательно от дресс-кода отходим, мы уговариваем. Но тенденции обязательно сохраняем, чтобы это было стильно, чтобы это было красиво и чтобы нравилось нашему клиенту. Это конкурс молодых дизайнеров. Это как бы основа, они будущие портные, будущие дизайнеры. Это такое уже светское и знаковое такое мероприятие, считайте, ну почти 20 лет уже оно проходит, и проходит всегда настолько хорошо, и как бы оно любимое нашими горожанами. Ну и вообще как бы собираются красивые люди в швейном деле. Основная программа фестиваля в трех частях. Российские дизайнеры показали свои работы в номинациях «Единичное изделие», «Перспектива» коллекции молодых авторов, а также номинация «Профи» – работы известных модельеров и домов моды. В моей коллекции отслеживается тема зимы, то есть это колосья на зимнем поле, это тема дороги, и также присутствует тема советской жизни утраченной. Это, например, у меня есть платье с рисунком серебряной люстры, которая символизирует блеск светских балов. Сегодня участвую в двух номинациях. Это единичное изделие и коллекция. Коллекция будет летняя, фреш. То есть поставим варианты купальников, блуз, брюк. То, что будет актуально в этом сезоне. Фестиваль «Платье города» рассматривается дизайнерами не только как конкурсная площадка, а еще и как возможность заявить и напомнить о себе и своем творчестве. Именно поэтому модельеры участвуют в «Платье города» не по одному разу. В их числе дизайнер Вита Рева. Работаем очень давно, шьем меха, кожу, занимаемся индивидуальным пошивом. У нас свое ателье. В «Платье города» участвуем третий раз. Нам очень нравится. У нас проходит это на высшем уровне. Изысканное сочетание золотого с синим, нежного кружева с шифоном, стразы, цветы и перья. Именно так выглядит конкурсная работа Виты Ревы. Каждое платье по-своему очень интересное. С переходом цвета от темного к светлому. Коллекция называется «История любви». Самыми впечатляющими в номинации «Профи» оказались коллекции Анастасии Тролль из Москвы, Марии Варламовой из Екатеринбурга, а также Виктории Шкульник и Марины Фомичевой. Клиентки и поклонницы этих дизайнеров смогли увидеть самые свежие работы любимых модельеров. Их видение весенне-летнего сезона 2018 года.